Уже сейчас, еще до холодов, надо позаботиться о тепле в доме. Вместе с нами согласились подумать на эту тему монтажники сервисного центра фирмы «Теплотехника». Тема нашего сюжета – монтаж систем отопления. Перед тем, как тепло поступит в дом, необходимо собрать систему энергоснабжения и отопления. Когда теплотрасса собрана, остается подключить к ней сам котел. Мы устанавливаем корейский двухконтурный котел Китурами. Это значит, что мы будем получать в дом и тепло, и горячую воду. Установка котла начинается с подключения к нему соответствующих магистралей – холодной, горячей воды и газовой трубы. Следующий этап – это настройка функций и запуск. Специалисты диагностируют все соединения, устанавливают оптимальное давление в системе, определяют рабочие параметры котла. Эта работа требует специальных знаний, и повторять ее самостоятельно не стоит. Работа по установке котла завершена. Все коммуникации подключены и проверены. Мы приступаем к запуску системы отопления и горячего водоснабжения дома. Ну что, прошу принять работу. Все готово. Посмотрим. Вот. Батареи тепленькие. Все прекрасно. Трубу потрогай. Здесь тоже все прекрасно, тепленько. Ну, предлагаю пойти в ванну. Ванну тоже готово? Полотенцесушитель, вот. Ну, проверьте воду, пожалуйста. Водичка тепленькая, приятная. Спасибо огромное. Это из котла. Котел двухконтурный, греет воду и на отопление, и на горячее водоснабжение. Батареи горячие, вода горячая. Работа довольна, выполнена в срок, качественно. Фирма «Теплотехника» сегодня готова предоставить вам все необходимое отопительное оборудование. А также мы предлагаем весь комплекс услуг по монтажу отопительного оборудования, водоснабжения и канализации. Добро пожаловать в фирму «Теплотехника».